Привет всем! Сегодня последнее видео в серии видео о том, какие у меня в последнее время косметические покупки. И в этот раз мы поговорим о Guerlain. Я расскажу вам об их летней коллекции и что я взяла из нее. Обычно очень интересно людям посмотреть. У нас эта коллекция появилась, и сейчас я вам все расскажу о том, что у меня есть. Во-первых, из терракота коллекции я взяла их Chic Tropic бронзер. Я беру бронзер от терракотовой коллекции практически каждый год. Иногда бывает, что я пропускаю просто потому, что уж совсем мне он не понравился, но обычно я беру. И в этот раз это Chic Tropic для лица и декольте. Откроем, посмотрим, что у нас внутри. И внутри у нас вот такая вот тин-коробочка. Она сделана из алюминия, я предполагаю. Вот такой вот принт на пудре в этот раз. И так терракота Guerlain и так далее. Вот так вот выглядит задняя часть коробочки. Давайте посмотрим внутрь. Она откручивающаяся. У нас есть зеркало в крышечке. И вот таким вот образом выглядит сама пудра. Эта пудра золотая с напылением. Напыление снимается, и потом это далее просто обыкновенная матово-сатиновая пудра. Нету вот этого вот глиттера. Мы не можем предполагать, конечно же, всегда непонятно, что глиттер держится, глиттер не держится, он на всей пудре или он только напыление. Это напыление. Здесь вы не увидите этого продукта золотым после пары раз использования. Итак, после того, как золотое напыление снимается, я этот бронзер пробовала у них в бутике, поэтому я могу сказать, это обыкновенный немножечко такой коричнево-оранжевый чуточку бронзер. Не идеальный цвет для белоснежек, для среднего цвета, средней насыщенности тона кожи, я думаю, подойдет. Для темнокожих девушек тоже нету смысла в этом, я совершенно не думаю. Пахнет, конечно же, как вся терракота, любимый запах. И есть здесь вот эти вот вкрапления кораллового цвета, которые на самом деле в пудру впрессованы. То есть эта часть пудры, это не снимется. Коралловый цвет остается, снимается только золотое напыление. Приятный бронзер. На лето, я думаю, подойдет. Зимой, я думаю, будет не очень натурально выглядеть на белоснежках. Опять-таки повторяю, для девушек с более темным тоном кожи, чем у меня, думаю, подойдет очень неплохо. Если у вас есть из предыдущего года, очень похож цвет предыдущего лет 2016, на самом деле не сильно отличается. Если вы не собираете, как я, не коллекционируете эти бронзеры, я думаю, не имеет большого смысла иметь оба. Может быть, я сниму видео, которое будет, дайте мне знать внизу, если вам интересно, в котором я их сопоставлю и покажу вам оба, покажу, чем они отличаются и насколько они похожи. Дальше давайте поговорим о метеоритах. Я взяла, конечно же, классические метеориты в баночке, и еще взяла иллюминатор, CC иллюминатор. Давайте начнем вот с этого иллюминатора. Это Rosy Glow иллюминатор из коллекции метеоритов. Выглядит коробочка вот так. Честно говоря, не думаю, что это обязательный продукт. Я просто совершенно привязана к запаху. Выглядит он вот так. Не очень такое, упаковка не очень впечатляет, но она и неплоха. Таким вот образом выглядит сам продукт. Вы видите, что действительно у него корректирующий лиловый, белый и розовый цвет. На самом деле можно действительно использовать белоснежкам, опять-таки, разные цвета. То есть я могу вот этим вот более розовым цветом нанести на кожу это все дело как румяна и белый цвет, например, как иллюминатор на верхнюю часть скулы. Но, в принципе, это все смешивается в довольно нейтральный цвет. Внутри я вижу зеркальце маленькое. Я не знаю, зачем оно там. Не представляю, насколько оно полезно. Полезность, по-моему, минимальная. Но иллюминатор мне понравился для каждодневного использования. Не подчеркивают текстуру, мягко наносится, чуточку дает такое небольшое количество приятного, очень нежного сияния, то есть держит марку метеоритов. Действительно, все метеоритные продукты именно так для меня работают. Пахнет метеоритами, как всегда, невозможно удержаться, но на самом деле не думаю, что это продукт эссенция, то есть какой-то очень нужный. Только если вам очень нравятся метеориты, это хороший продукт, но он не даст вам большого
вау-фактора. Это очень-очень нежная штука, сияние такое, еле заметное, немножечко увлажненной здоровой кожей. И есть мультифункциональность, вот это использование каждого цвета по отдельности. И также приятно, что это стик. Опять-таки, не думаю, что это обязательный продукт. Конечно же, мне он понравился достаточно, чтобы его купить. Не знаю, куплю ли я его еще раз, если он будет. Я не знаю, делают ли они перманентным этот продукт, или это так, лимитированная штука. Я думаю, что, наверное, лимитированная. Итак, наконец-то метеориты метеоритные. Вот они, называются они в этот раз Birthday Candle Pearls, то есть метеориты свечек из дня рождения. Итак, эти меня очень приятно удивили. Наверное, лучшие за последний год, на мой взгляд, именно по тому, как мы их будем использовать. Это, во всяком случае, для моего тона кожи. Во-первых, конечно же, приятнейшая упаковка. Как всегда, метеориты не разочаровывают. Посмотрите на эту няшность и просто женственность, эту кокотскость. Очень невульгарно, очень приятно, светло-розово-белый, вот этот вот мотив их. Нет вопросов, совершенно никаких метеориты потрясающего оформления. Давайте я вам покажу цвета, потому что это, конечно, очень-очень важно. И для моего тона кожи цвета идеальные. Это для меня идеальная совершенно пудра. Здесь у нас есть желтые, чуть корректирующие, розовые, чуть корректирующие, белые и перламутровые шарики. Вот они. Вы видите, насколько это светлая штука. И мне нравится текстура этих шариков и вид, создаваемый на щеках, гораздо больше, чем классические метеориты в светлом оттенке. Здесь есть немножечко больше цветовых нюансов, и они действительно как-то очень особенно освежают лицо для людей с моей комплекцией, то есть с тоном кожи довольно-таки светлым. Должна сказать, что если, допустим, вы сейчас думаете купить какие-нибудь метеориты, и у вас тон кожи похожий на мой, я бы не покупала из постоянной коллекции, хотя это, конечно, очень-очень хороший продукт, я бы купила эти. Если у вас светлый тон кожи, эти метеориты отличнейшие. Они очень мягко ложатся, здесь сияние совсем мало, это более такая пудра для усаживания, нету такого какого-то особенного сияния, все очень-очень деликатно, и я думаю, мне нравится этот подбор тонов больше, чем их классические метеориты, и мне очень нравится упаковка, я просто вот довольна, как поросенок, катающийся в грязи. Мне кажется, что одна из лучших упаковок. Мне понравилась и шалимарная, и предыдущая, карусельная, но это мне, на мой взгляд, одна из самых таких милых и действительно классически сделанных, очень-очень приятных упаковок. Также должна сказать, что сама баночка не блестящая, а немножечко такая сатиново-матовая. Опять-таки добавляет к ощущению хорошего качества. Очень-очень нравится упаковка. Если вы собираете метеориты, пожалуйста, не пропустите эту коллекцию. Если вы хотите попробовать метеориты, и вы светлокожая девушка, то тоже я советую не пропустить и взять эти, а не их базовую коллекцию. Я думаю, вам понравится больше. Надеюсь, вам было весело посмотреть на мои Guerlain покупки. Мне понравилась этого лета коллекция. Мне показалась она более интересной, чем, допустим, та, которая вышла прошлым летом. Мне очень понравились метеориты, больше, чем прошлогодние. Я очень советую из всего, что я вам показала, из всех этих трех продуктов, возьмите метеориты. Это действительно стар продукт в этой коллекции, и он действительно хорош, особенно для славянских девушек со светлой кожей. Просто отлично. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было весело посмотреть. Всем пока!